Всем привет! И в этом видео я вам покажу обзор на новую обнову, которая вышла сегодня. Я сейчас на своей випке и сейчас будем смотреть новую обнову. Мне не запускался Adopt Me, но надо было, оказывается, подождать, и он бы запустился. Так, вроде надо телепортнуться к питомцам. Тут вроде новые появились, где-то там, да, где-то тут. Короче, в новых яйцах появились пэты, я так понимаю, да? Господи, надо посмотреть, давайте посмотрим, есть они вообще новые или нет. А может быть их тут нет? Да, вот! Это зебра, да? Это зебра, да? Ладно, давайте купим вот такие вот за 600. И давайте откроем. Гляньте, где она застряла. Ну, спасибо, конечно, ну ладно. Ждем задание и будем открывать. Ну, это же не одно яйцо изменилось. То есть там пэты не поменялись. Тут в этом тоже пэты поменялись. И в этом, и тоже в этом тоже вроде поменялись. Ну ладно. Я не знаю, выпадет мне Лего сегодня или нет. Я не знаю, сколько у меня баксов останется. Давайте еще тогда купим. Так уже 2, 3, 4, хотя бы 5 купим. Последнее задание осталось, и сейчас узнаем, кто мне выпадет. Давайте сразу... Ну да, у нас задание покупаться, и поэтому я лучше сначала в ванну. Я просто не хочу идти до больницы, типа, да, можно... А, в принципе, можно было... Так, последнее задание. Кто-нибудь вылупится, надеюсь, Лего, да. Всегда надеюсь на Лего, но не выпадает. Так, смотрим, кто же. И это, ну, онка-монка, верблюд, да, это верблюд. Господи, какой большой, посмотрите, я не знаю, что это. Ну, прикольненько, он у нас онка-монка, ну, да, необычный пэт. Открыли яйцо, и тут задание, забираем 45 баксов и продолжаем открывать. Так, сейчас покажу, какие пэты есть. Тут есть муравей, мышка, да, мышка. Так, это у нас осел, да, это сюда. Пудель, так. Зебра, так. Это что? Я о таком не знаю, ладно. И какой-то такой вот тут попугай и вот такой вот пэт. А, ну да, вот такой вот пэт какой-то. Странно, ну ладно. Так, ну тут еще рыба-меч. Ну ладно. Тут еще... есть корги, есть еще робот какой-то непонятный и собачка какая-то. А, это вроде не с этого обновления, ладно, я точно не знаю. Да, тут еще стрекоза, древний дракон и аликорн. Ну, прикольное название, прикольное. Осталось два задания, сейчас как раз идемте туда. Тут даже мне дали задание попить. Окей, но я лучше дам поесть, у меня воды нет в инвентаре, да? Поэтому идемте туда, и там выполню задание. И узнаем, кто мне вылупится. Так, все. Ждем, кто же. И о, рарный пэт, это кто? А, это вот такой вот пэт. Для начала хорошо, мне уже рарный пэт выпал, то есть редкий, да, такой вот пэт. Так, все, осталось два задания, идемте выполнять их, и, наверное, сейчас кто-то выпадет мне, я не знаю кто, но мне интересно. Давайте открывать. Так, ну, в принципе, да, какой спать, тебе же поесть надо. Так, смотрим, кто же... Так, нам выпал это ультраредкий. Обалдеть, сначала онка-монка, потом рарный, потом ультраредкий. Возможно, нам выпадет Лего. Так, осталось последнее задание. Сейчас я дам поесть пэту и посмотрим, кто нам вылупится. Так, ждем. Так, смотрим, кто же. Ну, опять повторка мне выпала. Ну, ладно, ничего. И давайте открывать последнее яйцо. Я, может быть, еще куплю и открою. Осталось последнее задание. Ждем, когда задание появится. И будем открывать и узнаем, что нам вылупится. Надеюсь, легендарка. Ну, это вряд ли. Ну, да ладно.
И наконец-то появилось первое задание. Ой, какое первое? О, господи, я вообще не туда иду. Так, ну, последнее, а не первое, да. Потом, ладно. Смотрим. Интересно, интересно, интересно. Так, и это у нас кто? Опять верблюд, опять он камонка. Ну, спасибо. Две повторки у меня теперь. Ну, сейчас покажу. Мне, в принципе, таких два, и теперь два таких, и один такой. Ну, классно. Теперь давайте я куплю королевское, да, королевское яйцо. Оно стоит 1450, да, баксов. И попробуем открыть его. Может быть, все-таки лего выпадет. Давайте его покупаем. Купили. Теперь ждем задания. Так, последнее задание осталось. И, надеюсь, выпадет лего. Кто же, надеюсь, пожалуйста, пожалуйста. Ну, блин, рарный, опять повторка. Выпала повторка, и, значит, можно сказать, я буду делать неон пэта. Мне, в принципе, одного не хватает. И можно будет неонку сделать. Ну, давайте я открою еще одно яйцо, последнее за 600. И, надеюсь, ну... Может быть, выпадет не повторка, а что-нибудь другое. Поэтому давайте все-таки купим еще одно яйцо. Буду покупать. Оно, ну, может быть, там вообще камонка выпадет. Поэтому давайте открывать вот это яйцо. Так, осталось последнее задание. Осталось последнее задание. Идемте его выполнять. Тоже попить. Ну, пэт захотел попить. Не пэт. А яйцом. Так, смотрим. Тихо, 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 пожалуйста, пожалуйста. Ну, опять... О! Это осел, да? У меня, кстати, нет, он мне не выпадал. Это хорошо, потому что это не повторка. Так, теперь подведу итоги. Так, вот все пэты, которые мне выпали. Три повторки, две повторки. Мне выпал ослик. Это осел, точнее, ну да ладно. И рыба-меч. Прикольненько так. Для начала, когда открываешь яйца новые, в принципе, можно было и легу, но мне кажется, для леги нужно было побольше открыть. Ну и на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.